Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. С начала года более 2000 водителей в Кирове были наказаны за излишнюю тонировку автомобильных стекол. Штраф за это составляет 500 рублей. Также, по данным ГИБДД, автомобилисты нередко покидают место ДТП. Таких случаев в нашей области за последние 4 месяца было более 50. Чаще всего найти беглецов удается. Им грозит арест до 15 суток, либо лишение прав до 1,5 лет. Трасса 101. На федеральном уровне планируется внедрить наказание для водителей за парковку на детских и спортивных площадках, либо на озелененной территории. Размер штрафа для обычных граждан в этом случае составит 5000 рублей, для юридических лиц – 35 тысяч. Такое же наказание будет грозить за нанесение ущерба городской инфраструктуре. Под этим следует понимать, к примеру, выбрасывание мусора из окна автомобиля. Трасса 101. В начале лета в нашей стране собираются запустить программу «Доступная аренда». Суть ее в том, что автомобиль можно будет взять в долгосрочную аренду по цене, которая ниже среднерыночной. Заниматься этим будут, предположительно, банки. Точная схема, заявили в Минпромторге, должна быть разработана в мае. Государство готово потратить на запуск программы 2,5 миллиарда рублей. Трасса 101. «Шевроле Нива» теперь официально называется «Лада Нива». Никаких технических изменений в автомобиле не произошло. Тот же 80-сильный бензиновый мотор объемом 1,7, пятиступенчатая механика, двухдиапазонная раздаточная коробка и блокирующийся межосевой дифференциал. В конце прошлого года «АвтоВАЗ» выкупил у компании General Motors ее долю акций в совместном предприятии. Сейчас распродаются остатки «Шевроле Нива». Минимальный ценник с учетом скидок – 600 тысяч рублей. Трасса 101. Электромобили могут существенно подешеветь. Компании Tesla и специалистам из Китая удалось создать аккумуляторы без использования редкого и дорогого кобальта. Машины с такими батареями планируется запустить в продажу в конце 2020-го либо в начале 2021 года. Причем у них весьма приличный срок эксплуатации – более 1 миллиона 600 тысяч километров. По некоторым оценкам, в результате электрокары даже станут дешевле авто с двигателем внутреннего сгорания. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.